Итак, други мои, всех приветствую вас. Сегодня я расскажу вам о событиях приближающегося к концу лета в августе 2024 года. Расскажу о событиях в своей жизни. Значит, первое событие – это то, что я выложил в интернет все свои банковские карты. Теперь меня может ограбить любой школьник, распознав нейросетью размытые цифры на моих и буквы на моих банковских картах Сбера и Озона. Значит, двух банков у меня, четыре банковских карты, и теперь любой школьник может их взломать и ограбить меня на большую сумму денег. Там у меня не маленькие суммы денег на моих банковских картах. Так что Бог вам судья, можете взламывать мои карты, можете воровать деньги. Хотя это законом пресекается, такая деятельность. Так, это первая часть моего рассказа о конце лета 2024 года, об августе месяце. Сейчас только начало августа, но скоро уже будет середина августа, через 10 дней. Значит, теперь вторая часть моего рассказа о том, что у меня стало улучшаться кардинально мое здоровье. Я вам объясню, в чем оно улучшилось и по какой причине оно улучшилось. Значит, как вы знаете, после COVID-19, после того, как я переболел COVID-19, у меня появился гайморит. Никогда я до этого не болел гайморитом, а теперь у меня хронический гайморит развился. И значит, COVID-19 также уменьшил у меня количество гемоглобина в крови и железа. И после этого у меня гайморит вылез, сопли стали течь. Текли они с 2022 года практически больше полутора лет. Считай, 2 года они у меня текли. И вот только в конце весны, в начале лета 2024 года, то есть через 1,5-2 года после того, как я переболел ковидом, у меня перестали течь сопли. Отчего они у меня перестали течь? Вот вы видите, я сейчас разговариваю с вами, ни разу не сморкнулся, ни разу не втянул в нос слизь сопли, из соплей слизь не втягивал ни разу. Значит, теперь объясняю, почему так произошло. Значит, меня лечить хотели от анемии, которая вместе у меня с недостатком гемоглобина и недостатком железа после COVID-19 вылезла. Значит, лечить хотели мне анемию железом, но оказалось, что надо лечить его не железом, а то, что усваивает железо, то есть витамин В12. Проколол я себе, по-моему, 20 уколов В12. Сперва 10 уколов сделал, потом еще 10. Вот 20 уколов В12 проколол, и у меня анемия стала угасать. Сейчас у меня, наверное, нормализовалось количество гемоглобина в крови, и количество железа в крови нормализовалось. Так что, благодаря тому, что анемия прошла, также у меня уменьшились признаки гайморита. То есть сопли уже практически не текут,
Если я раньше каждые 3-5 минут сморкался, вот в начале весны, в середине весны, до конца весны я сморкался практически каждые 5 минут, бегал в ванную комнату и высмаркивался в платки, в тряпочные. То есть каждые 3-5 минут сморкался. Сейчас этого нет. Сейчас я сморкаюсь утром 3-4 раза, в течение дня 1-2 раза. Ну и вечером я практически не сморкаюсь. Еще вот у меня сейчас болезнь вышла из-за цветения лебеды. Называется она аллергия. На лебеду у меня аллергия, на траву. И пью я от этой аллергии тоже лекарство, называется лоротадин. Вот сейчас пойду выпью лоротадин. От лоротадина повышается сонливость. То есть человек хочет спать в течение дня. Так что вот рассказал я вам о своих болезнях. И так, что у меня анемия у меня прошла практически после уколов В12. Потом гайморит у меня притих немного хронический, который вылез после COVID-19. Ну и аллергию я сейчас лечу, выпиваю таблетки лоротадина. Каждый день пью одну таблетку лоротадина от аллергии. Вот такие вот у меня новости. Значит, если кто хочет украсть мои деньги, смотрите мои видео о моих банковских картах, которые я выложил в интернет. Все данные своих банковских карт. Это 3 видео назад. Вот эти вот видео о банковских картах. Так, ну а на этом я с вами прощаюсь. Ставьте ваш королевский лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем счастливо, всем гудбай. До новых встреч на моем канале. Всем пока. Покедово.